Что теперь? Жди там, где тебе скажут. И не болтай лишнего. Жажду служить. Господин Гийом де Руссель любезно согласился на наши 40%. От безысходности. А священник? Он передумает. Ваш оптимизм заразителен. Мои люди подготовят груз. Подробности здесь. И чтоб без сюрпризов. Как всегда. И чтоб без сюрпризов, осел. Да что... Сюда! Убили! Вот каналья, не ходят в одиночку. Ну... Убивать надо, пока он не начал орать. Что мы тут делаем? Ведь Север еще жив. Он убил мсье де Лассера. Успеем. Север не главное. Пока что. Идем. Совет ждет отчет. Смотри. Убегает! Быстрей! Вот он. Вот ты где. Пошли, щенок. Давай, работай. Черт, патриоты прицепятся к кому угодно. Смотри, чтоб не заметили. Мы должны им помешать. Помешать? Не попасться, все равно. Фанатиков меньше не станет. Всех не спасешь, щенок. Ты само дружелюбие. Эй, сюда! Реми нашел неподалеку тело месье Арпинона. Ему перерезали горло. Ha ha ha!
Зашибешь кого-нибудь? Осторожней! Зашибешь кого-нибудь? Запыхался? Лишь бы только тебя удар не хватил. Ты, черт возьми. Запыхался? 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 Лишь бы только тебя удар не хватил. Да как так можно? Только нашли Севера, а теперь упустим. Потому что имя где-то там не значится. Надо подождать. Слишком много неясностей. Вдруг ошибемся. А если опять упустим? Завтра он будет в соборе, если эти записи верны. Мог бы и раньше мне сказать. Как жизнь, Арно? И что дальше? Покажем записи тамплиеров Мирабо, но он не станет еще ничего делать. Тамплиеры мертвы. Это не похоже, мы. Ты им недоволен. Своих, это у них еще с 89-го. Политики все такие. Он считает себя миротворцем. Интересно, думает, прекратит войну братства с тамплиерами. Закончит революцию так, чтобы все были довольны. И кошек с собаками помирит. Это плохо? Это мечта безумца. Тамплиеры сейчас слабы как никогда. Но мы все еще гоняемся за мелкими контрабандистами. Потому что Мирабо осторожничает. Де Ла Сер считал, что перемирие возможно. И что с ним стало? Теперь таможня Франции может спать спокойно. Арпинон мертв. Шантажировать знатных пленников мелковато для него? Что задумали тамплиеры? Если б не ваше проклятое перемирие, мы бы узнали. Он прав, Анаре. Мы заключали мир с магистром де Ла Сером. Он мертв уже 2 года. Не знаю, кто возглавил орден, но он не сидит сложа руки. Если б не упустили Севера, узнали бы больше. Там был Север? Я знаю, что вы хотите сохранить мир. Но если покарать убийцу месье де Ла Сера, это нам зачтется, да? Да, пожалуй. Но твоя вендетта и серьезная стратегия — это разные вещи. Если хочет убивать тамплиеров, ради бога. Я научил его всему. Он готов. Хорошо. Ассасин. Ступай к собору Богоматери и отыщи там тамплиера Шарля Габриэля Севера. Выведай его тайны, а когда закончишь, упокой его душу, согласно нашим догмам.
дружище, привет. Эй, вы! Да, вы! Я видел вас! Чего вы хотите? Это репетисон и реконю по своему эффективности. Yeah.